думаю, не будет сложно, потому что мы в хорошей форме, провели очень много матчей, поэтому, и тем более, что большинство из ребят за океаном вообще не тренировались и не играли. Я думаю, что нам поможет этот фактор, что мы быстро перестроимся и будем чувствовать себя нехорошо на маленьких площадках тоже. Понравилось тем, что очень хороший уровень, и, может быть, мне помогло то, что я попал очень в хорошую команду, и хороший тренер был, доверял мне, давал играть, и очень много ребят приехало, это подняло общий уровень КХЛ еще немного выше, поэтому мне очень все понравилось, хороший уровень, интересные игры, нет такого, что раньше были какие-то матчи были совсем проходными, сейчас такого нет уже, поэтому каждая команда выходит и играет на 100%, думаю, это мне понравилось. Ну, очень приятно, что получилась такая аббревиатура, и еще приятнее было играть с такими ребятами, что Сергей Мазякин, что Малкин, это мастера высшего уровня, и им очень приятно играть вместе, и каждый друг другу помогает, и каждый все делает вовремя, и подает передачи, и бросает, поэтому было очень приятно играть, и хорошо, что это получилась такая аббревиатура. Мне очень понравилось играть с Вакимом К. Ну, я считаю, что сейчас все профессионалы и все видят стиль своих партнеров, и поэтому особых проблем не возникает. Не, ну я всегда стараюсь следить за играми родной команды по интернету, поэтому и созваниваюсь с Женей Бирюковым постоянно. Конечно, очень тяжело по расписанию попадать, потому что разница во времени 11 часов. Плюс постоянно игры у него у меня, но все равно находим возможность поговорить, обсудить, что и как проходит. Поэтому я всегда буду смотреть за Магнитогорском. Ну, что хочется пожелать болельщикам, что я считаю, что очень хорошая команда «Металлурги». Даже после нашего отъезда ничего не изменится, потому что состав очень хороший и сильный, и команда будет бороться за Кубок Гагарина. И я думаю, что еще настанет время, когда мы вернемся в «Металлург» и еще сыграем за родную команду.